Государственный музей-заповедник Павлов. Мы находимся в Павловском парке. Сначала мы пойдем в район Большой Звезды, найдем круглый зал, который раньше был музыкальным салоном, посмотрим на него, сделаем культурный вид. Пошли. Пойдем. Люди приходят в парк, а здесь все закрыто. И они не могут подойти. Лабиринта. Молот и серп луны. Настя боится дождя. Боюсь. Настя, какое-то пальто. Какое? Драповое. Драповое пальто. Она боится дождя. Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. В неделю будет дождь, мы не сможем выехать, да, никуда. Придется уже начнется работа, и ты будешь звонить. Блин, я не могу, я в парке. Придется идти мокнуть. Теперь мы прячемся от дождя под реальной крышей, да. Нормальное. Распрекраснейшее место. Ого. Хорошо, я понял. Ты хочешь, чтобы это была беседка? Нет, мне кажется, что я крыша не хочу. Ну подожди, а как в беседке в этой сидеть? Ну то есть вот где вот бы еще были входы? Зачем то есть вот такие были круглые входы? А, беседовать. Зашел так, спрятался от дождя, вот беседовать. Стоя беседовать, ну да. Не, хорошо. Не везде буду сидеть. Поход состоялся отлично, я вот поднялась на дождевичок. Искупалась в дожде раз пять, так что все прекрасно.
Мы даже зафотали солнечные полянки. Нам повезло, солнышко вышло. Наконец-то красивые виды сфотографировали. А в музее было скучно, потому что там был такой экскурсовод, который собрался, видимо, уже помирать. И пришлось помучиться, чем да, она с радостью и с улыбкой убежала от нас. Да, она все так рассказывала, все вот так вот. Ну вот эти прекрасные, конечно, живописные, там тра-ля-ля, подаренные были Марии Федоровне. Да. И вот так мы всю экскурсию послушали. Было очень интересно. Во дворец стоит ходить? Для меня уже не стоит. Если вы были раньше в дворцах, то ходить туда уже смысл. Не, ну вот если человек первый раз пришел. Если вообще первый раз, во дворец можно сходить, посмотреть. Там красивые люстры. Там еще куча всего, предметов мебели и там предметов на которые посуды, которые нельзя садиться, из которых нельзя есть, пить да. и трогать вообще. Они там они по стеклом находятся. Да. Меня что поразило, что она там некоторые вещи из предметов интерьера делала сама из слоновой кости. И сама даже да, прям вытачивала, то есть токарь, как да. токарь. И расписывала по стеклу. Почему по стеклу? По стеклу, да, да. Такая специальная белая роспись. Она даже состояла там какой-то академии художества. Да, вот видите, все-таки экскурсия не прошла даром. Мы что-то запомнили. Как ты будешь это использовать в своей жизни? И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права.